Всем привет, с вами Стив Феликс, и со мной сегодня Пропоза. Всем привет. Сам Рус. Здорово. И Макар. Привет. И мы будем проходить карту... Как она называется? Я уже забыл. Вулканик-штаб. Ну, да. Вулкани... О, я нашел его. Вот он, нашел. О, вот, идем. Рус, ну давай заходи. Кто не зашел? А, нет, все зашли. Пофиг, сюда поставлю. Не, на самом деле карта красивая, но она чересчур маленькая. Как мне эксперт проходить, мне вопрос. Отдайте на вот эту обложку прокачки. Сейчас Минлайер все вот отошел. Вау. Мрат вообще отлично выехал. Какая у него скорострельность фигня. Что за беспредел? Потому что у нас дэп отличный. Это кучка Грейнера хочет прибить их нафиг и Арнольд тоже. Кроме предаторов, ну ладно. Предаторы вообще расскажут крутые истории, которые, блин, не хотят слушать Грейнера и Арморетты. А то у нас такой гений лишь использует вот этот дрончик. Ну, теперь понятно. Все, я прокачу Арморит Фактори. Что вот эту штуку, которая невидимых скрывает, или как она называется? Рекондрон. Рекондрон. Кто ее заюзал? Не я. У меня бы было рабство закрыто. Хабы появилось. Неактуально. На какой ветке мне джиггернат выключать? По нижней, по верхней? По нижней. До 11 число. Пониже. Не, да я тебе просто советую на нужную косить. Ни одной стигмофермочки не умирать. Я на штуку наверное, что вы носили, чтобы сейчас грейдеры не сделали. Да не очкуй, я за кетчупом. Если что, Джона поставлю, чтобы как бы урон повышал, хорошо? Чё? Я если что, Джона поставлю, чтобы урон повышал. Его что-то чуть-чуть убей. Сейчас минус 6к. Так, куда мне диджея стоит? Здесь нет места для диджея сначала. А, ну да, кстати. Зачем ты прокачал на Брэдлика? Брэдлик бесполезный. Ему все нерфнули. Блин, мне бы сейчас колд-чакера поставить. А можешь удалить здесь троих колд-рейнджеров? Спасибо, Сик. Что? Я роли снимаю. Подожди, ты мне говорил, типа, зачем я прокачала на верхнюю, что ли? Да. Я просто не знаю, что ее не фанули.
Она юзилась теперь. А, она типа сейчас не юзабельна. Да. Сейчас это нижняя ветка инва. Можешь удалить вот этого слэмера, я поставлю своего. Это уж сказал только. Где? Ну что тут? А, ладно. Все убрал. Спасибо. Сейчас вот тебя устал. Вот этого мы еще и вот этого, и вот этого тоже убери. Я буду босса ставить. А, понял, хорошо, сейчас уберу. А, нет, все продал. Спасибо. О, прикольный моментик, кстати. О, поставил. Ты целуемся.